А какими языками владеете вы? Родным, иностранным? Азы языка бизнес-моделирования осваивали курские предприниматели и те, кто пока даже не планировал открыть свое дело. Учителем выступил Игорь Дубинников, топ-менеджер с 20-летним опытом. Сам он называет себя играющим тренером и экспертом в области развития людей. По его наблюдениям, бизнесмены реализуют лишь одну из 10 своих идей. Как повысить этот процент? Дубинников уверен, разобраться с самим собой. Мысль слишком простая, чтобы ее принять. А потому для начала много цифр, графиков, таблиц и текста. Разумеется, практические советы. 1,5 часа на то, чтобы взглянуть на свое дело с необычной стороны и, возможно, задуматься о новой стратегии. Основная масса людей думает: а, я придумал какую-то сумасшедшую идею, все, я сейчас порабощу весь мир. И сразу начинают покупать, обычно, внимание, предприниматели, мебель в офис, снимать в офис, нанять секретаршу, бухгалтера, стоять. Надо на салфетке нарисовать то, как вы будете зарабатывать деньги. То есть, в чем идея, кто у вас клиент, какую ценность вы несете, и дальше продумать механизм монетизации. Без этого начинать бизнес абсолютно бессмысленно. Даже копейку тратить денег не имеет смысла. Создать с нуля или, что порой сложнее, переформатировать свое дело под запрос рынка. По мнению Игоря Дубинникова, бизнес-моделирование может быть полезным как начинающим, так и уже опытным предпринимателям.